квартире нового русского раздается звонок. Алло, а Гошу можно? Гоша на даче. А чё, у вас есть дача? Он на даче. Показаний в прокуратуре, в натуре. Всем привет, это Дневник Артиста, это Пашка Зыков, серия анекдотов на канале у меня. Поехали, повеселимся. Боже мой, Симочка, Симочка, откуда такая наглость? Вы совсем оборзели. А что такое? Вы продаете свою дачу в 3 раза дороже, чем Софочка напротив. А у Софочки не дача, а конфета. Вот. Ну и что? Вы посмотрите из окна Софиной дачи. И что видно? Ей видно мою дачу. А с моей дачи что видно? Дачу Софочки. А у нее не дача, а конфета. Поэтому в 3 раза дороже. Так я не могу с этой груши. Много лет растет, просто землю занимает, не плодоносит. Я ей подхожу, говорю, я тебя срублю, если ни одной груши не дашь. Так она знаете, что делала? Так она одну грушу родила. Не придерешься? Доктор, помогите, у меня нос заложен, не дышит, помогите. Я вас умоляю, у меня машина, квартира, дом заложен, я ничего, сижу перед вами тут. Привет, сосед, ну как у тебя урожай картошки в этом году? Ой, отличный, как никогда. Вот мешок картошки посадил, мешок картошки собрал, ведь ни одна не пропала. Вот, купил дачу для отдыха. Ну что, отдыхаете? Да, отдыхаем. Когда отдыхаем, а когда на дачу ездим. Ездите на дачу, отдыхайте душой и телом. Всем счастья, мира и добра. Больше смешных историй, анекдотов, гастролей, путешествий на моем канале. Заходите, посмеемся, пошутим. Присылайте свои истории. Пока-пока, до новых встреч.